Подготовка ко Дню знаний начинается задолго до наступления осени. Покупка школьной формы и канцтоваров становится главной задачей для родителей. Если у них первоклашка, шопинг и вовсе превращается в квест. В этом году цены на канцтовары выросли. Но на 2,5-3 тысячи рублей собрать основные принадлежности реально. Без учета самой дорогостоящей покупки – рюкзака. Грамотно подобрать один из главных школьных атрибутов и не разориться помогут консультанты магазина «Schoolhouse». Во-первых, надо смотреть, какого телосложения ребенок. Если ребенок крупненький, можно, конечно, и побольше взять. Сейчас они все рюкзаки идут, есть меньше 700 грамм, есть до килограмма. До килограмма, по сути, подойдет всем. Рюкзаки есть ортопедические, все планки у них меняются, поднимаются, опускаются, и под спину любого ребенка все можно подобрать и подрегулировать. Потому что он будет находиться с утра до вечера с этим рюкзаком, чтобы было все удобно. И такие рюкзаки сейчас пошли, что в них ничего не мнется. Они каркасные. В современных рюкзаках основное отделение очень большое. В него поместятся все учебники, тетрадки и даже гаджеты. Для всего этого есть специальные органайзеры, которые помогут зафиксировать, к примеру, телефон и ключи. В магазине «Schoolhouse» представлен большой выбор портфелей для начальных и старших классов. Здесь же вы найдете все наполнение – тетради, пеналы, ручки и карандаши на любой вкус. Несмотря на использование в школах электронных дневников, печатные до сих пор пользуются спросом. Некоторые учителя, некоторые дети все-таки их покупают. И покупают все равно много. В основном записывать удобно, когда интернет у кого-то не работает. И дети привыкают лучше, когда пишут. А дневники тоже выбор у нас есть хороший. С начала июня «Schoolhouse» переехал с 4 на 3 этаж торгового центра «Атом». Теперь пространство стало больше. Кроме школьных принадлежностей, в магазине можно найти товары для офиса и творчества, игрушки для детей и подарочные наборы. Если какого-то товара нет в наличии, привезут на заказ. Все необходимые товары для школы, работы и дома в одном месте. Магазин «Schoolhouse» работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В торговом центре «Атом» – 3 этаж. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».